Мобилизовать все силы на благоустройство курорта к предстоящему сезону. На закрепленных улицах муниципальные служащие, в микрорайонах тосовцы и активисты. За состояние общественных и самых значимых для Анапы территорий ответственность на городских службах. Рабочий обход глава Анапы начинает с объявления. Выходные отменяются. Пора серьезно браться за наведение порядка. Сергей Сергеев требует детальный отчет. Когда мы будем красить вот это? Что ответить? Сергей Павлович, по графику производства работ мы с Китом... Кермакит заключили договор на 127 секций. Сегодня монтируем 5. По графику идем каждый день. Сейчас 127 секций что? Гнилых это меняем. От монтажа и до покраски, да? Полностью меняем гнилые, после этого заходим с покраской. Примерно через 2 недели начнем уже красить. Спуск к пляжу на улице 40-летия Победы – тема, обсуждаемая среди анапчан. Могут ли автомобили проезжать к берегу моря, когда на чаше весов защищенность и комфорт отдыхающих? Для главы города ответ очевиден – обеспечение безопасности в приоритете. На шлагбаум сажаем свой муниципальный и пропускаем только мусороуборочные машины. Все. Закрываем движение. Это антитеррористические мероприятия. Мы потратимся, но мы не будем иметь головников с пляжа. Бардаком на пляже и все остальное. Городские службы должны пройти всю набережную и в течение месяца завершить основные работы по благоустройству. Часть торговых павильонов будет убрана, оставшиеся надо привести к единому облику. И еще раз глава акцентирует внимание на вопросах безопасности. Запрещающие знаки для велосипедистов, предупреждающие аншлаги и охрана общественного порядка. Давайте пользоваться вот вопросами охраны муниципальной собственности. То есть казачьим ЧОПом преимущество. В форме в казачьей, это наполовину уже сотрудник правоохранительных органов. Когда он в форме, когда он наделен полномочиями.